Всем привет, дорогие друзья, с вами Фай, 27 июня, и выходит обновление Dota весом 30 мегабайт. Давайте его с вами разберем. Перед этим подписывайтесь на канал, чтобы не курить самых интересных и актуальных новостей вокруг Dota. Ну и не забывайте про лайки, хотя можете их и не ставить, тут в принципе очевидно все дело за вами. Как я озвучил ранее, обновление весит 30 мегабайт, и по большей части это опять же фиксы и локализация. Но есть в этот раз и кое-что интересное, как и несколько последних разов, а именно у нас затронули шаблоны у Феникса, именно у его крылышек, и также у нас затронули модельку гарпуна, а именно она полностью изменилась при применении. Чтобы было нагляднее, для начала покажу, как это выглядело ранее, а именно это была такая вот плоская какая-то вещь на цепочке. Теперь же гарпун имеет анимацию, ну, прям, короче, самого гарпуна, не знаю, как это иначе выразиться, я думаю, в принципе, вам видно. На самом деле, крутое изменение, давно пора бы, а то все-таки шмотка популярная, а до этого стреляли не гарпунами, а каким-то, ну, даже не знаю чем. В остальном же интересного нет, всем удачи и всем пока.